Нидерланды меняют имидж. Голландцы устали от статуса «рай для курильщиков марихуаны» и начинают ее запрещать. Первым городом стала Гаага. Где теперь курить нельзя, знают наши корреспонденты. Вокзалы, крупные торговые районы и центр города. В этих зонах в Гааге отныне запрещено курить марихуану. Информационные буклеты власти города разослали по кофешопам, местам, где разрешено продавать каннабис еще с 70-х годов. Занесли флаеры и в приюты для бездомных. Две недели информкомпании, и после этого полиция начнет штрафовать нарушителей. Причина нововведения – жалобы местных жителей на сильный запах марихуаны и шумных туристов, которые ее курят. Такая же проблема и у жителей столицы – Амстердама. Где раньше были булочные, сейчас магазины для туристов. Наши районы стали не нашими. Мы уже не важная часть экономики. И проблема не только в количестве туристов, но и в их поведении. Люди приезжают в Амстердам повеселиться, устроить свою вечеринку в моей части города. И мне это не нравится. Впрочем, в центре Амстердама пока нет таких запретов. Но несколько лет назад в городе закрыли все кофешопы вокруг школ и запретили курить травку рядом с учебными заведениями. Такое же правило действует и в Роттердаме. Впрочем, в стране до сих пор работают более полутысячи кофешопов, где открыто продается марихуана. Думаю, нам просто надо полностью поменять имидж, потому что Амстердам ассоциируется с наркотиками и сексом. Нам нужно сфокусироваться на туристах, которых интересует история и архитектура. Еще один из недавних туристических запретов в Нидерландах – это пивные велосипеды. Шумные компании с бутылками за столом на колесах больше не имеют права разъезжать в центре столицы. Анна Филь, Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер».